папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. Послушайте, девушка, которую я ищу, попала в беду. Если не хотите помочь мне, помогите хотя бы ей. А ты откуда знаешь, что она тут была? Люди говорят, она попала к ведьмам на болото. Но тут нету ведьм. Тут только лягушки. И ужи. И Васик. Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, и Васик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. И Васика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. Я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. С войны возвращается. Два меча у него. И волк на шее. Настоящий бой! Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя.
Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя! Нельзя! Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А и Васик придуманный. И чужие детей крадут. Я задам тебе только один вопрос. Ничего ты ему не задашь. Ты чужой. Нельзя с чужими разговаривать. Давай есть суп со шкварками. Ты слышал? Он говорит, что боится тебя. Не пугай мне детей. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится, потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это взаперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно. Только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, 18, 19, 20. Я иду искать. Я тебя нашел. Не прячься. Я тебя вижу. Как ты меня углядел?
Я тебя нашел. Не прячься. Повезло тебе. Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем Ивасика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в гузно укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих, раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда домой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он непридуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Вот она говорит, что как я заснула, приду.
Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Следы ведут к норе. Интересно, что внутри. И Васик. Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожик. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Thank you.
отходи от меня. Мы пришли? Да, я огляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. Бутылка. Держи. Молоко! Шишка! Улитка! Кролик! Телега! Картинка! Пердеж! Как звучит! Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруги! Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватил. Тогда я пошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать: «Душегубик, душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто еще мог меня заколдовать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Удивительно. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льется, как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как
как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный, а тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица, молодая, сероласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена и едва дышала от усталости. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Во дворе погода размокропогодилась.